Шайтан. Да, я тут. Короче, вот этот вот мистер Бист, кликуха малой, потому что пиздюк. Короче, вот он и еще мистер зверь поступают в твое распоряжение. Раскидывай куда хочешь. Мне вот тигр он, нужен еще один. Че, Шайтан, он такой же или изменился? Изменился чуть-чуть. Так, слышно меня? Да. Кто у нас с семеркой там был? Ван-Ван? И Биз, да? Да-да. Давайте Ван-Ван с помощником во второй тигр. Прыгайте, я рядом к вам подъехал. Стой, инрейд, стой. Так, Стига и Ван-Ван, вы за руль можете сесть кто-то? Хорошо, садитесь тогда, едьте за нашим тигром. Так, Ван-Ван, где вы там на тигре? Мы от тенек проезжаем. Хорошо, к синему флагу, поняли, да, куда подъехать надо? Южнее Энтридио. Да, и семерку готовьте на всякий. Артил, мы сейчас куда подъезжаем? Направо, вон мы в крыле, направо поворачиваем, направо. Давайте это 10 хард в лес заводите. Тормози. Меня, походу, он не слышит. СПН на точке. Далеко не расходимся. Слушаем. Возможно, тут Брэдля будет ехать. Кто не знает, у нас форма белая. У противника либо белый низ, либо белый верх. Ван-Ван на связи? Что, у вас там тишина, не слышно ничего? Тишина, все, тишина. Слышишь? Да. Едет что-то вроде. Как будто ветер. Они ж не знают, где мы будем их ждать. У них пути два. Либо по северной дороге, которая у них с желтой точки, либо по южной. Да. Либо вообще еще севернее поехать. И они, видимо, поехали еще севернее. Да, они как угодно могли поехать. Потому что если бы она проехала южнее, то мы бы его услышали. Так, давайте, начинайте движение по ВП-шкам. Видите зеленые метки? ВП-1, ВП-2, ВП-3. Начинайте с ВП-1. И пока Бист, оставайся. Да, давайте пешком. Я тигр приберегу, на всякий случай буду за вами держаться. Чтобы вас подобрать, если вдруг что. Мы пока с тобой тут побудем. Да, если тебе надо. Да, вышли.
если будет что-то ехать, то можешь замерить. Сможешь? Возьми лучше себе, вдруг я помру где-нибудь. Спасибо. Штаб СПН. На связи, 62-0. Начали движение по зеленым вейпоинтам. Винт. И слушайте внимательно. Да-да. Хорошо, смотрите там внимательно. Брэдли неизвестно где. Давай немного проедем. Принял, ждите пока. КС просит подождать. Давай через Шатен проедем на Тигре. Послушаем без движка. Принял. Где ты увидел, бля, я не пойму. Точно? Да, 204 азимут. Далеко от вас? Метка есть? Хардкил, точка твоя, что ли? Ну, да, только она уже уехала туда, на 150. Пигари, что ли, город где-то там? Штаб СПН. Заметили, предположительно, Брэдли, город Фигари. Принял? Еще раз подумаю. На карте стоит метка на Брэдли, город Фигари. А, понял, вижу, да. Да хрен знает, мы как будто не догоним ее. Шайтан, окей, можешь ее обогнуть? А, погоди секунду. Можем. Все, тогда работайте по ней, мы на позициях ожидаем вас. Сейчас займемся. Все, нам дали прям приказ выбить ее, преследовать. Сколько у тебя ВЛ-ок там? Один кубик. И все? Да. Смотри. Ляхмух. Мне кажется, за Брэдлю надо было Фигарю пиздячить. За Брэдлю сейчас мы поедем на Тигре вдвоем с РПГшником. Вы занимаетесь ВПшкой 3 и штурмом. У вас семерка с собой есть на всякий случай? Еще одна. Давай попробуем восточнее. Вот тут направь. Где-то должна быть проселочная дорога сейчас на юг. Мы по ней проскочим, попробуем. Блять, она у нас.
Смотри, куда я смотрю. Смотри на мой ствол. 200 метров примерно. Вижу. Давай поближе, поближе. Надо... Нужно не просрать выстрел. Пошли, пошли через лево. Я попаду. Ты ОГшку зарядил. ОГшку-то не ту зарядил. Да-да-да, я знаю, я знаю. Стоит от деревни у нас. От деревни запад 200 метров. Может, поближе подъедем, Бист? Я попаду. Хорошо, давай. Все, группа не идет. Ванлав один. Она жопой стоит к нам. Давай прям подъедем тебя, Бист. Подожди, блядь, не пугай ее нам. О, давай. Ванлав, давай быстрее, срочно еще. Заряжай, мохнатый. Мы на метке ее найдем. Дальше. Вперед, перезаряжайся быстрее. Она сдает назад. Да-да. Понял. На связи. Что с Брэдли? У нас семерочники не попали, она уезжает. Как не попали, куда я уезжает? Ну, либо попали, но не пробили. Уезжает на запад. На нас смотрит? Понял, она едет прямо на наших. Она двум группам легиона приготовится. Едет на вас, Брэдли. РПГ к бою. У нас остались еще выстрелы у кого-то кумулятивные? Сколько? Один кумулятив, один термобар. Бист, забери иди снаряд. Вон бежит человек со снарядом, бери, забери у него. Мы идем четко за вами, сейчас вот подойдет с пулеметом, поможет. Дайте кумуль. У кого остался кумуль, я заберу кумулятивный. А, нет, у меня ТБ... Да вроде прицеливается. Карандаш прицеливается. Медведь, продавливайте их. Карандаш. Магнаты, на связи 62.0. Осколочный не нужен, мне два осколочных. Да, сними прицел, может, если не прицеливается. Продавливайте, просто продавливайте триера. Работает? Я могу даже с ней взаимодействовать. Все, идешь. Мабаром попробовать. Пробьет тебя. Ну, скинь, давай я туда попробую. У тебя еще выстрел есть? Продавливайте триера, вам мои помогут с юга подожгут. Просто давите. Термобаром, бренд. Да, у меня ТБГшка и карандаш. Давай, давай, давай сюда. Скидывай это бесту. Ты стрелять с нее умеешь, шайтан? Конечно, поехали. Пехота, вся идете на запад, в триггер. Пушка, не идем. Дозор, давай вперед. Чаще бинокли достаем, смотрим. Шестьдесят два ноль, группа КС с третьего быть. Банан, все, принимаем отделение прямо берег реки. У меня пулемет шьет. Буду по нашей пехоте, блин. Поди группу верю, да? Вон она в поле она стоит, видите? Она пасет. По ней въебали, въебали по ней. На метке ли? На электростанции, сучара. 62-я. 550 метров отсюда. На метке Легион 2 и Легион 1 есть свои? Не знаю. Поднимаю, тут у меня 300-е, мы вязались. Мы двигаемся за ней. Начала движение. Вижу ее, к нам едет. Едет к нам в город. Да, слышу ее, Бист, готовься. Мимо нас проезжает прям. Блять, на нас едет. Наблюдаете ее еще? Да, слышу ее. Наблюдаю визуально. Едет в сторону фига. Ха-ха-ха.
сжёг её. Ранен. Брэдли выбили, Брэдли выбили. Бля, бинт. Бинт нужен, бинт нужен. Куда? Нога левая. Все, я вижу тебя. У нас медика не оставалось живого. Продолжайте движение к триггеру. Радейку забрал, радейку забрал. Положил ее? Ага. Давайте, давайте, надо идти атаковать. Соло, красава, шайтан. СПН живы, двигаемся на запад, Брэдли выбили. Ой, лучше. Легион один, двоих, надо посадить на берег, вдоль берега пройти, чтобы они не зашли к нам в стороны берега, посадить. А, это свой, свой. Свой, свой. Его ёбнули. Я работаю, да. Пехота в триггере ходит. Двигайтесь севернее, попробуйте. Нет, прям в городе. Военные палатки там стоят. Палатках, в сараях. Не-не, не надо, надо, не надо. Спалишь. Лучше двигайся поближе, севернее туда. И какой-нибудь сарай потом дашь его. Прошел, бист? Не прошел. Он через поле бежал. Да-да, убили его. Пробуйте по лесополосе проходить. Здесь. Вы поле должны охуенно видеть, отработать по принято. Принято. 300 он, да? Легион 1, Созерленд. Статус. Статус, мы перешли под командование. Они в поле. Нет, без нас. Принято. Оса, оса, связь. Даю дымы. Пробуй оттащить его. Оружие упало на пол у него. Да, они перебежали поле, амбар еще закреплен, разделение региона тоже есть враг, поэтому... Не пикайте, им надо просто зайти в триггер перебежать, мы их пулеметчиками просто передавим, не пикайте. Содер, мы в посадке на дымах сидим, не перебейте нас. Сейчас РПГшка залетала, там пехота нас смотрит. Обходите левее, парни. Тут не пройдем, походу. Но она есть живая, вот куда сейчас ОГшка летела.
Как он не умер? Больше роликов по серьезным играм я заливаю на Boosty. Ссылка будет в описании под видео.